Молдова может подать в суд на «Газпром», при этом ждет, что Россия даст больше газа. Все это не мешает соседям хранить тот же российский газ на стороне, а дефицит восполнять за счет, опять же, российского газа с европейских рынков. В итоге газ для Молдовы все дороже, а последствия сказываются на людях. Тарифы на газ у соседей могут снова вырасти до 35 леев за кубометр. Молдова запуталась в желаниях, хочет больше российского газа и собирается подать в суд на «Газпром», мол, тот сократил поставки, не выполняет договор. Об этом заявил вице-премьер соседей Спыну. «Газпром виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке, и мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта. Также мы потребуем компенсации ущерба, потому что по их вине мы вынуждены перенаправлять средства, брать кредиты». А вот еще цитата Спыну. «Энергокризис в Молдове порожден Газпромом Кремлем. Другими словами, во всем виновата Россия. И ни слова о том, что Молдова нарушает контракт с Газпромом, затягивает платежи. Тянула с аудитом газового долга. Уже давно газовый вопрос в Молдове политический. Все просто. Газпром – российская компания, у Молдовы вектор на Запад. Президент соседей не раз говорила во время визитов в Европу. Страна давно хочет отказаться от российского газа. На деле Россия дает газ Молдове в разы дешевле, чем в Европе, вот и приходится лавировать. Между тем, российский газ для Молдовы важен, чтобы в том числе получать и дешевый свет из Приднестровья. А как же политика? Тут нужно больше антироссийских высказываний. Вот цитаты с выступлений президента Санду в Европе. «Незаконные российские войска в Приднестровье находятся там десятилетия, несут риски для безопасности моей страны. Мы счастливы, что Молдова стала кандидатом в члены ЕС. Это наше решение, это не дело России». Добавить к этому можно еще запрет русских новостей, фильмов о Великой Отечественной и Георгиевской ленте. А что с газом в Молдове сейчас? «Газпром» по-прежнему поставляет топливо в Молдову. В декабре весь объем, это те самые 5,7 миллионов кубов в сутки, идут в Приднестровье. В ответ наш агресс в Днестровске дает свет соседям по более низким ценам. В самой Молдове тарифы на газ за последний год выросли с 4 леев до почти 30. И это, очевидно, не предел. С 1 января я не вижу условий для снижения тарифа. К сожалению, при ценах на фондовом рынке, а они сейчас составляют 1400-1700 долларов, это уже означает тариф 28-30 леев. Плюс финансовые отклонения. Это тариф 33-35 леев. А так в молдавских СМИ наглядно показали связь между полетами своих лидеров по миру и ростом цен на газ для Молдовы. Как видно, Россию руководители Молдовы из своих маршрутов исключили.